Во всех остальных случаях, когда вдохновение приходит внезапно, это вовсе не внезапно. Просто человек внезапно узнает, что его мозг до чего-то додумался. Он внутренне был чем-то озадачен, он внутренне на чем-то был сосредоточен. Он пытался найти как бы ответ на какой-то вопрос или собрать какую-то штуку, которая на него самого произведет сильное впечатление. И в какой-то момент его мозг, который получал и собирал таким образом информацию, сообщил ему о том, что вот какая есть идея. Значит, когда вы садитесь за текст, вы сначала смотрите на белый лист, тоскливо, муторно, вот. Потом пишете одно, стираете. В какой-то момент вы перестаете замечать, как вы думаете над текстом. Вы как бы думаете сразу текст.